Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Перед тем, как перейти непосредственно к озвучиванию афоризмов, хочу сказать, что в этом ролике мы опять возвращаемся в основном к афоризмам и цитатам Михаила Ахманова. Хотя здесь правильнее будет сказать, что мы возвращаемся к цитатам из произведения межавторского цикла о Ричарде Блейде. Кроме того, здесь мы опять возвращаемся к цитатам из произведений Сергея Лукьяненко. Впрочем, в этом ролике будут цитаты из других произведений. Но и с вашего позволения приступим. Вино есть мира кровь, а мир есть кровопийца. Так как же нам не пить кровь нашего врага? Настоящий вождь ничего не должен принимать на веру. Удивить — наполовину победить. Если не хватает информации о намерениях противника, позволь ему сделать первый ход. Оборона есть смерть вооруженного восстания. Есть такое правило. Прежде чем принять решение, старший командир выслушивает младших. Следующее лучше зачитаю. Боги черпают энергию для собственного существования из людской веры. Чем больше народу поклоняется божеству, тем больше и его мощи. Никому не нужен только мертвый. Следующее тоже лучше зачитаю. Чувство ответственности за ближних было не чуждо Ричарду Блейду, особенно если это ничего не стоило ему и у него не намечалось более важных дел. Как и большинство людей действия, Ричард Блейд куда чаще страдал от голода или жажды, чем от угрызений собственности. Следующее тоже зачитаю. В своих истинных телах боги не ведают боли, страха, страсти и счастья. Это удел смертных. И мы можем познать это, лишь обретя себя в людской плоти. Лишь от любящего сердца можно требовать, чтобы оно понимало намеки и недомолвки. Спокойному все равно. Никто во Вселенной не умеет ненавидеть сильнее нас. Но стоит ли этим гордиться? Самая страшная вещь, которая делает человека человеком, это доброта. Пламя, которое разжигаешь сам, обжигает так же больно, как и чужой огонь. Сильнее убежищ вас будет охранять всеобщий страх. Следующую цитату тоже лучше зачитаю. «В каждом человеческом сердце живет дракон. И если ты не убьешь дракона, он станет убивать людей вокруг себя. Но вначале Майк бросил на меня свой короткий пронзительный взгляд. Вначале он сожрет твое сердце. Последний шанс всегда требует жертвы. Деньги – это точно слово. Заходишь в магазин, и зла не хватает. Умение интуитивно найти правильный выход – главное для дипломата. На этом я сегодня закончу. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях, на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках.